Всем привет! Сегодня Ливсику приехали гостинцы от нашей подруги с дачи, от Ирины Николаевны. Спасибо, Ире, большое. Ливсик, скажи спасибо. Вот, у нас теперь куча гостинцев. Во-первых, жердочки, орешки, горький перец прямо с грядки. Сейчас будем снимать в следующем видео, как Ливсик его пробует. И самое ценное – это веточки. Это много разных веточек. Вон Ливсик присматривается. Обогреватель стоит, потому что у нас прохладно. Это ребенок пришел присматриваться. Зайчик, это красный перец, его горький, его кушать не стоит. То ты будешь плакать сильнее, чем когда-либо. Ливсик, иди сюда, будешь пробовать. Иди сюда, малыш. Да, иди, изучай, что тебе тетя Ира привезла. А? Что тебе Ира привезла? Тоша ест. Всякое такое. Я сегодня как раз убрала, можешь уже сорить. Будет опять грязно, как при... что было привычней. Да, Ливсик? Ты доволен? Ливсик доволен? Птичка, ты довольна? Да? Да, Ливсик? Ливсик доволен. Это он просто в шоке от того, сколько ему всего привезли. Спасибо большое, Ир. Мы тебе должны много-много кофе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр. Пока!